и переменный ТВ-пол, просмотр телевизора и политических программ по телевизору. Здесь же находятся дихотомические переменные пол, gender и принадлежность к религиозной конфессии. Их тоже можно рассматривать как ковариаты, и регрессия рассматривает их как ковариаты. Но мы смягчаем условия и рассматриваем их как факторы, что потенциально приводит к более высокому r квадрату. Мы хотим посмотреть, какой самый максимальный r квадрат может быть у прогностической модели в будущем, которую мы собираемся построить. Факторные переменные, переменные результаты факторизации и переменный возраст не могут быть нами рассмотрены как категориальные никак, поэтому вмещаем их в ковариаты. Если мы попробуем просто запустить модель, а по умолчанию модель является полнофакторной, насыщенной, full factorial, дисперсионный анализ откажется ее выполнять в силу того, что слишком много, вот они все здесь прописаны, эффектов взаимодействия, потому что все переменные, относящиеся к факторным, являющиеся факторными, заданные нами как факторные, они дают нам эффекты взаимодействия по умолчанию. Машина не может обсчитать все эти эффекты взаимодействия, поэтому исполнение команды остановлено. Таким образом, максимальный R-квадрат посредством дисперсионного анализа мы получить не можем, потому что максимальный R-квадрат возможен только в случае модели Full Factorial. Мы заново запускаем дисперсионный анализ, но на этот раз кастом переносим только главные эффекты. И запускаем. R-квадрат 0,129. То есть, грубо говоря, мы будем в 13% случаев давать правильные прогнозы на основании модели, в остальных 87% случаев давать ошибочные прогнозы. Более того, регрессионная модель, скорее всего, будет иметь еще более низкий R-квадрат. Это нас категорически не устраивает. Таким образом, с одной стороны, мы не можем в SPSS на 9 переменных построить full factorial модель, потому что у машины не хватает для этого оперативной памяти. С другой стороны, модель только с главными эффектами дает крайне низкий R-квадрат. Что же делать? Выход один, если мы хотим работать именно со всеми переменными. Построить частные модели, из которых затем собрать общую модель. Что такое частные модели?